У нас новое видео по Majestic RP, сегодня у нас новый такси-влог, сегодня у нас интересная работа в такси. Надеюсь, что сегодня будет много всего интересного, но я практически уверен, на любой смене в такси происходит какой-то экшен. Сегодня попытаемся собрать неплохую кассу, сегодня мы на Ладе Весте, это довольно необычный автомобиль. Держитесь правее. Людям в основном очень интересные, и поэтому они в основном оставляют неплохие чаевые. Посмотрим сегодня. Маршрут перестроен. Нормально. Вместе подумали. Добрый день. Хорошего дня. Нам тоже. Вы приехали. Кому такси? Домой, вот. Да я заказывал. Да, окей. Если не сложно, оставишь немного чаевые? А я новичок, у меня самого денег немного. А, понял. Ну, ладно тогда. Тогда едем. То есть, если бы были, да. Что там за движуха была, чего столько людей? А, не знаю, может тоже квесты выполняют. А, ну все, давай, удачи. Все, спасибо большое. Так, что тут происходит? Полицейский участок, какая-то движуха, как-то... Прям что здесь происходит? Так, надо отсюда нам сваливать лучше. Заказы летят один за одним. Почему я взял какой-то дальний заказ? Вообще непонятно. Приходит куча заказов там в километре, в полтора. Держитесь левее. Ну, это просто что-то. Как-то необычно немного. Опасно. Поверните налево. А вот и человек. Вы приехали. Такси заказывали? Здоров. Здорово. Если не сложно, сможешь чаевые оставить немного? Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Давай, удачи. Спасибо, удачи. Так, ну, немного, но тоже приятно. И сейчас заказов почему-то нету. Так, у нас Чайнатаун, да? Не часто здесь бываю, на самом деле. Повезло, прям возле нас. Отлично. Это ж я тебя подвозил, да? Да. Спасибо еще раз большое. Спасибо, удачи. Все, давай, удачи. Спасибо. Так, отлично, еще раз подвезли того же человечка. И у нас интересно, у нас открыт шлагбаум. Я не знаю, можно сюда заезжать или нельзя. Но мы заехали, почему бы и нет. Добрый день. О, спасибо. Давайте, удачи. Давай, удачи. Такси заказывали? Такси? Да-да-да, садитесь. А если не сложно, сможешь чаевые оставить немного? Да, давай. Спасибо большое. А как писать? О, спасибо большое. Давай, удачи. Давайте. Так, отлично. Вези, где машины можно забрать, парковку. А, да, сейчас. Знаешь, где? Да, сейчас поставлю метку.
Я просто не знаю, где она находится. Примерно помню, но не могу на карте найти. Ага, ну бывает. Я просто выиграл сессию, у меня выпала машина. Надо забрать ее. И что, нормально чаевые оставляют? Ну, так, да, бывало и по 10 тысяч, и по 20 даже. Нормально. Все, от души. Все, давай, удачи. Возьмешь долгий заказ, и появятся еще 5, которые находятся там в километре в двух от тебя. Ну, так всегда, ладно. 5 километров, как бы не сильно много, нифига себе. Вы это видели вообще? Здравствуйте. Добрый день. Это вы мой такси? Да. Точно? Точно, точно. Ну ладно. Сейчас я меточку поставлю, секундочку. Да, окей. Вот мне вот сюда надо. Окей, едем. Если не сложно, закинешь немного чаевых. Да, вообще без проблем. О, спасибо большое. А, слышь, у меня наличка нету, я тебе могу этот приколюху одну дать, когда едем. А, ну давай. Она тебе, наверное, тоже понравится. Ох, пойдет сейчас возня! Ох, сейчас возня пойдет. Ну, посмотрим. Пожалуйста. Все, спасибо. Сейчас я тебе приколюху дам. Выйди. Это просто все, что у меня есть прикольного есть. Окей. Вот такая штука, если нужна. Опа. Нужна, нет? Ну, давай. Инвентарь открываешь, у тебя оно слева будет сверху. На пробел ее переворачиваюсь, если не влезает так. Ну, я понял, сейчас освобожу инвентарь, закину. Спасибо. А, ну все. Не за что. Вот как-то так бывает. Опять ты, бро. О, бывает такое. Назад, вы назад, приехали. Да, я понял, мне на метку просто надо наехать. Ты квест выполняешь, получается, да? Нет. О, спасибо большое. Я машины продаю. А, неплохо. Что за машины? Да всякие. Только что машину продал за 1.5 миллиона. А что за машина? О, я не помню. Я даже, блин, она выпала у меня и сразу продаю. Они мне не нужны. Да, спасибо. Давай, удачи. Вот так вот, постоянные клиенты уже есть. А где все таксисты? Сегодня заказы висят просто. Поверните и прилетают. Направо. Я в шоке, если честно. Поверните налево. Вы приехали. Присаживайтесь. Ну, не получается, не знаю. Ставьте метку, оплачивайте. Не получится. Такси.
можешь машину перевернуть, пожалуйста? Вот это. А ну, стой, сейчас я попробую. Спасибо. Давай, удачи. Пойдем репу куплю, типа, отремонтирую машину. Что купишь? Пойдем репу куплю, тебе машину и мою отремонтирую. Там же заколонка прямо на городе. Да не, зачем? Это фракционная у тебя машина, да? Ну, типа того. Ладно, спасибо. Давай. Добрый день. Ой. Да, бля. Вы такси заказывали? Да. Ну, что-то оплата не появляется. Ну, так-то и ведёшь, если что. Ставь метку. О, заморозилось. Ага. Не сможешь обратно привезти потом? Да, хорошо. Долго там надо ждать? Да, я канистру возьму просто. А, окей. Пожалуйста. Спасибо. Давай, удачи. Пожалуйста. Неплохо, я так считаю, неплохо. Такси заказывали? Пожалуйста. Привет. Здорово. Не хочешь себе купить? Не, спасибо. Такси нужно? Такси. Да, сейчас посмотрим, если не моя машина, то да. Да. Поехали, садись. Сейчас я прочитаю, есть машина, выйду, посмотрю метку. Да, окей. А закинешь чаевых немного, если не сложно? Я тебе за две поездки оплатил. А, все, окей, да-да-да. Да. Спасибо. Ну как ездят, ну твою мать. Все, повышение до бизнес-класса. Такие трюки. Так, у меня ХП на минимуме. Надо доехать. Надо. Аптечки у меня, к сожалению, нету. И адреналина тоже. А у меня в багажнике должна быть запасная. Так что все окей. Ну да. А вот и твоя тачка. Все, давай, удачи. Все, спасибо большое от души.
сука. Увез моих пассажиров, собака. Дурна.